Лучистые глаза, улыбка на лице. Сын на занятиях в техникуме, рядом любящий и заботливый муж. Обычное семейное счастье Мария отвоевала у смертельной болезни. Несколько лет назад у нее обнаружили рак. Первое, что я испытала, конечно же, это огромный страх. Страх смерти, страх боли, страх оставить близких. И самое главное в этот момент справиться с этим страхом, мобилизовать все свои силы на дальнейшее лечение, который не бывает простым, не бывает легким. А дальше больница, лечение, химиотерапия. Несомненно, в такой ситуации очень важна поддержка близких. Побороть страх, перестроить сознание на позитив, наполнить его положительными эмоциями. Со всем этим тяжело справиться и человеку, столкнувшемуся с диагнозом, и его родным. Психологическая помощь – это один из самых главных моментов на пути к выздоровлению. Но, к сожалению, в Сарове такой помощи получить негде и не у кого. Хотя людей с диагнозом онкология в городе предостаточно. И было бы неплохо организовать такой кабинет и прием онкопсихолога. К счастью, нам удалось в свое время найти такого онкопсихолога в Нижнем Новгороде, и мы получали помощь, связываясь по скайпу. Мария и ее муж Александр уверены, что большинство людей мало знают об онкологии, о методах ее диагностики и лечения. Узнав страшный диагноз, больной зачастую опускает руки и не делает попыток бороться за свою жизнь. А бороться надо, потому что никто, кроме себя самого, не поможет. Не стесняться, не ждать, а добиваться консультации, добиваться лечения у специалистов. Ведь любое ранее начатое лечение улучшает прогноз и увеличивает шансы на излечение. Пройдя через такое испытание, Мария многое переосмыслила. Стала по-другому относиться к жизни, к окружающему миру. Каждый день этой хрупкой женщины с очаровательной улыбкой и огромной силой воли проходит под девизом «Я очень хочу жить». Благодаря всему пережитому я научилась ценить жизнь. Да и вообще в приоритете сейчас семья, любовь, доброта, любовь к себе и любовь к своим близким. Чтобы создавать будущее без рака, нужно действовать уже сейчас. В этом году стартует 3-летняя акция под лозунгом «Я есть и я буду». Это призыв к личному осмыслению того, что может сделать каждый человек в борьбе против этой болезни и какой вклад внести в кампанию против рака. Основное внимание будет уделяться выбору здорового образа жизни, ранней диагностике и лечению. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.